Теперь показывают это. Это такая дичь и глупость, которую может только представить. Вот абсолютно человек, как они могут вот это вот все рисовать? Я вот понять не могу. Не могу понять. Звучит красиво, надо быть талантливым художником. Видите, нарисовать дупло, вот, и тут думаете, зря огромное дупло, кирпичи и бетон. Нет, это на целом деле советуют. Вот. Сейчас я возьму на пару советов, все-таки я не могу пропустить эту дурь. Сейчас я попробую на пару советов. Так вот, как убрать вот эту гадость? А, вот так. Ага. Вот смотрите. Заполнение и закрытие полости дупел любыми материалами. Вот. Так. О, я прошу прощения. Я старею. Вот. Алексей Юрьевич, я старею. Я и тут прокололся. Вот. Я, когда вот это увидел, да, а он же нарисовал, я понял, что это его совет. Мне надо быть внимательной. Или пора на пенсию. Что убивает дерево? Заполнение и закрытие полости дупла любыми материалами. Усиление на ровных верст. Ёлки-палки. Кроме меня хоть один человек это написал. Сколько уже этих дебильных сотни статей, где как где вопрос дупло, берите цемент и заполняйте. Представляете? Цемент внутри организма дерева. Запоминайте. Те, кто меня слышит, те, кто меня видит. Дерево лечит раны само. Естественные раны. И дупло, оно не просто лечит, оно его умудряется жить с ним, терпеть его. И не дай Бог вам все эти глупые советы вычистим, выскоблим и это, еще и забетонируем. Не дай Бог, оно, дупло, естественно, рано лечится само. А вот искусственная рана, вот смотрите, я попытался понять вот пункт 16. Видите, здесь оставлен вот такой пенек, сучок. Вот это и есть по железу, потому что вот здесь рану сделай, вот здесь, она будет в 2 раза больше. Давайте посмотрим, а то может быть тут половина за, половину контра. 16. Обрезка ветвей и стволов с оставлением пеньков способствует развитию стволовой гнили. То есть получается, пенек, это по его мнению вредно, опасно, и надо резать на кольцо. Так? И вот тут получается, в одном случае мы союзники, а теперь нет. Я потом покажу кучу фотографий и буду вот долбить и долбить, давить. Самое смертельное для деревьев обрезка на кольцо. Не лечится. Не лечится. Вот. Вот это все мы с вами проходили. Поэтому возвращаемся. У нас столько тем сегодня.